Мы поздравляем с игрой и скажи, почему мы устали именно здесь. Посмотрите на табло, какой прекрасный счет. Так хотелось выиграть именно с таким счетом, 3-0. А еще первая партия была очень такая напряженная, потому что минус 4 очка было в середине. И мы даже уже начали волноваться, как бы не получилось так, как бы. Ну, мы, видимо, волновались еще в раздевалке чуть-чуть. Мандраж, все-таки игра была очень важной. Хотелось отомстить им за поражение такое глупое в Азербайджане. Поэтому мы чуть-чуть волновались. Хорошо, что потом нашли свою игру и все реабилитировалось. Ну, а что получалось? Ну, подача стала лететь более-менее хорошо. Да, всех, кроме меня, летела подача. Но ничего страшного, главное, что девочки поддержали меня в этом. Да, и нам и тренер дал установку «Главная подача». Выбиваем их с приема, и у них нет шансов. Ну да, ну в общем-то края у них такие довольно низкорослые, за исключением флир. Но да. Всегда неинтересно говорить об играх уже постфактум, да? Но вот, допустим, Ситирак с четвертой зоны несколько раз обводила наш блок так, будто бы его совсем нет. И... Ну она обводила хорошо, она очень сильно прибавила последнее вообще время. И она прям била 4-4, то есть все не закроешь. У нас была остановка закрытия линии. То есть, если бы мы оставили линию, туда бы она не забила. Но она начала больше ошибаться, или вы стали лучше играть в защите против нее? Нет, я так поняла, что на нее потом выпал сложный блок в виде Наташи Обмачаева, Кати Кривец. Ей просто некуда было бить, она била. Ну что дальше? Теперь мы едем в Италию, и у нас есть шанс занять первое место в группе. Да, да, очень сложная игра, я думаю, будет очень принципиальная. И надо обязательно занимать первое место. Ну то, что мы сыграли во вторник, у нас все-таки есть ровно неделя для того, чтобы... Да, мы сейчас будем непосредственно готовиться к этой игре. Вы будете в Луче тренироваться или здесь? В Луче. Да. То есть в большом зале вы не остаетесь, все. Наконец-то эти три игры закончились. Турне дружбы тоже закончилось, да? Я имею в виду спортзал. Да. Ничего, там, по-моему, не такой уж большой зал, поэтому мы там не потерялись. Надеюсь. Желаем удачи, но потому что мы больше уже не увидимся в этом году. Да. И все равно будем следить всех за вашим... Всех с наступающим Новым годом. Да, умница. За вашим выступлением в Италии. Ну и болельщикам еще, может, чего-то передашь? Передаю всем привет. Приходите на наш матч, болейте за нас. Спасибо. Молодец. Все.